дергай меня. Нет, я королю. Я тебя... Ой. Побавил. Давай, на Ютубе я увижу. На. Я тебе отвечаю, давай, на! Давай. Не знаю, Ютуба! Здравствуйте, блядь! Если мы на чем разговариваем, ты их не вытянешь. Я уже не вытягиваю. Ты чувствуешь, я не вытягиваю. Ты чувствуешь? Я не вытягиваю уже. Да вообще, блин, уберите нахуй камеры свои, ебучие. Вы видите, она не успокаивает. Мне кажется, наряд полиции нужно вызвать. Ты слышал или нет, не кричи, да? Не кричи, не кричи, не кричи. Все. Не буксуй! Мы с тобой увидимся. Ну, конечно, мы увидимся. Более это того, будет хуёвая я встреча. Думаю так, она будет такая отличная, что ты запомнишь на всю жизнь. Слышь? Готовы, да? О, есть контакт. Знакомые всем лица. Ничего не употребляли? Нет. Вообще ничего. Бля, пойди, сидеть, сними себя. Медучреждение. Не поедете никуда? 12-26 отказ. Все просто. Употребляли алкогольные напитки, нет? Да. Чего? Употребляли, да? Ну что вздыхаете? Употребляли пивко. Ой, давай, на Ютубе я увижу видос. Так, увидишь это, и что? Ну, конечно, увижу. Ну, так и что? Я спрашиваю, употребляли или нет? Да, он уже ответил. Я тебе ничего не буду говорить. Мне не говори, если так, хочешь. Нет. Такой прям дерзкий. Управляй. А вы будете с вами проводить. Да ничего. Сразу бы так. Ребята будут снимать. Да я что, знаю. Мне не нужно за рулем, и все будет. Да я видел твои видосы, ну да что ты мне... ты видел и твое состояние. Причем здесь? Скажи мне, пожалуйста. Состояние, не состояние. Тем более, если... Пить, если... А вот такой, все будет хорошо, и встречаться не будем. Видео ему научился. А видео ничему не учат, да? Да лучше, конечно. Он отказывается здесь на месте проходить освидетельствование и ехать в медучреждение. А значит, его ждет 12.26 административного кодекса, кодекса административных правонарушений, статья такая, часть первая. Отказ от медицинского освидетельствования, соответственно, подразумевается наказание такое же, как за пьяную езду, от 1,5 до 2 лет лишения права управления и 30 тысяч штраф. Так что вот так. Оказывается, наш подписчик, видимо, видео ему, ну, его не научили. Ты против пьянства за рулем? Тебе я ничего не буду говорить. А мы потом поговорим с тобой. Да, вот прям как угроза звучала. Боишься? Я? Да ну ты что, батя. Знаешь, сколько таких за 10 лет было? Знаю. Так что, ну, ты знаешь, что я прекрасно, что не боись. Ваши угрозы... Самое главное, не бояться. Я знаю одно. Знаешь, я вот на одних вот мы испытали такой пример. Люди, которые с точки зрения силы разговаривают, с ними надо так же и разговаривать. Когда вас ломаешь, вы там совсем по-другому разговариваете. И угрозы ваши куда-то ну, деваются, да, ну, и все остальное. Ну да, ну да. Да.
Поэтому, знаешь, не надо воспринимать нашу мягкость, хорошие отношения за слабость. Да. Артист Погорелого театра. Да. Ты заебал снимать в натуре. Да ты сюда не подходи, ты без заебал будет. Ох, поплатишься когда-нибудь. Как это, рублем или чем? Здоровьем. А, даже так? Ты за свое беспокойся, здоровье. Я за свое не беспокоюсь. А, ну надо бы. У меня потому что такие заявления делаешь. Такие заявления делаешь, что надо бы здоровье заботиться. Ну-ну. Да. А, Русик! Молодцы! Орлы! Есть начальник у тебя? Сука, мразь! Я тебе так же потом помогу тьмой ебаной! Я в рот ебать буду, сука, вам не буду! Сильный закон. Я тебе сказал, калашник не нужен. Ты, блядь, сейчас эти крамеры сломаю, объебло твоего. Не, мы можем бесконечно стоять. У нас время. Они туда собьют, сейчас кто-нибудь собьют. А что ты свои ебло на камеру показываешь, этот тварь ебучий, да? Сломай ее, он полный. Сейчас видео удали. Беги, мразь, пока тебя не сломали ноги и руки. Атака, нападение. Понимаешь, ты, если ты оборонишь, увижу, нам нападение. Тебя гопы ебать будут, петух ебучий. Не ходи, там, да? Не воронишь же. Ты мне похуй, я хочу там хожу. Всего доброго. Хорошего настроения, бля. А мы сейчас снимаем передачу «В мире животных». Да? Вот смотрим, обращаем внимание. Обращаю внимание, сейчас мы увидим этих животных. Смотрите внимательно. Видим. Оп. Так, смотрим. Нападение. Понятые показания, да. Разломанные прибрачества, отличные признания. А олень все ходит, Иван. Да, это пускай, если пока ноги ходят. Другая история. Я паузу. Да. Ебать, у меня мое ебло. Звезда Ютуба! Здравствуйте, блядь! Можно еще раз на камеру? За всех хуй дичь, ебаный! Я можно, тебя петушу нахуй! Можно еще раз на камеру? Можно, пожалуйста, продублируйте вот это вот? Звезда Ютуба. Интересненько получилось. А полиции его остановили, блядь, о чем они полиции нахуй? То, что мы стоим здесь на улице. Я пойму, бля, вы что, охуели, что ли, бля? Я штрафов не боюсь, бля, всех вас снимаю, нахуй. Да вообще, блин, уберите нахуй камеры свои, ебучие, нахуй. Вы видите, она не любит показывать. Мне кажется, наряд полиции нужно вызвать. Наряд полиции нужно. Все возьми, пить ебаная, есть путь сосед. Я вас прошу, вызовите, пожалуйста, сотрудников полиции. Все-таки она не понимает русский слов. Нужно отреагировать. Я понял, отсюда. Ну все, нужно увозить. Все, спасибо большое. Так что вы не покидайте данное место, так как вы будете привлечены к административной ответственности. А что сразу бежать? Вызывайте. Они сейчас по московскому в центре. Не хочу ничего. Да не, они уйдут. Не уйдут. Не уйдут они тут никогда. Она тут до последнего будет топить. Ты заебал грузить. Кого тебе гружу? С тобой никто не разговаривал. Я тебе вопрос какие задавал. Если мы на чем разговариваем, ты хуй вытянешь. Послушай, давай будь умнее и ничего не делай. Я тебе говорю, не вытянешь. Я уже не вытягиваю. Ты чувствуешь, я не вытягиваю. Ты чувствуешь? Я не вытягиваю уже. Нахуй ты грузишь? Уже все. Нахуй ты грузишь? Уже все, я не вытянул. Так что успокойся, выдохни и продолжи мыслить, о чем ты там мыслил. Как дальше будешь жить без водительского удостоверения, ходить пешком. Об этом лучше подумай. А потом будешь вытягивать. Заебешься и растягивать, понял? Ты слышал или нет? Ты слышал или нет? Не кричи. Все, не буксуй! Все.
Ты чё, нахуй, ёпта, бля, попутал или чё, нахуй? Вадик, ещё раз. Тебе вопрос задавали какой-то, отвечать не нужно. О, стой, бля, прикрылся, нахуй, да? Прикрылся за товарища, бля. Если я въебу, нахуй, ты потеряешься. Сознание потеряю, да? Или исчезну с этой планеты, что произойдёт? Что произойдёт? Я в мешках найду, дробь. На нос тебе манда, ёпта. Давай еще что-нибудь сумничай, давай. Сука, нахуй. Иди, постой, блядь, да, ну ты делай. Я тебе сказал, ты смотри, блядь, ёпта, Вася, ты сюда, жутко блядь. Мутный. Иди ближе, подходи, подходи. Успокойся, все. Так, подходи, нет? Да, конечно. Так, ничего подписывать не буду. Подожди, все, подожди. Ведется видеозапись. Да. Вы были. Сегодня у нас 27 мая 2023 года. Данный гражданин на момент остановки находится с признаками алкогольного опьянения. Данному гражданину мы предлагаем пройти освидетельство на месте с помощью прибора алкодетектора Юпитер, заводской номер 010688, видите, да? Угу, да. Вот его свидетельство о поверке. До июля 2023 года. Вот он прибор 010688, видите, да? Угу. Игорь Викторович, будете проходить на месте освидетельствовать? Я уже сказал. Отказываете? Хорошо. В медучреждение поедете для прохождения? Отказываете. Подпись будете ставить в административном материале, который от всего вы отказываете. Правильно? Правильно я вас понял? Вы нет. Слышали, понятно? Так в отношении вас будет составлен административный материал по статье 12.26, часть 1 по АПРФ, за что будет усмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. Все ясно? Человек отказался от освидетельствования на месте, поэтому предусмотрена ответственность, ну, уже сотрудникам разъяснена. Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам дорожно-патрульной службы, которые отреагировали, в том числе и дежурному, который отреагировал своевременно, и экипажем, и инспектору, который составлял сейчас, точнее, составляет административный материал и оформляет этого водителя. В смысле положено? Я могу здесь поставить, пускай стоит. Он типа, он не знал, что машинку заберут. Бедолага. Это самый интересный момент. За что он меня сейчас будет ненавидеть конкретно? Хорошее дело делаете. Спасибо. Потому что вот сейчас вы его поймали, а так мог бы где-нибудь ушататься. Конечно, там вообще не в минус. Да. Охреневший. Да еще более того, он еще наши выпуски смотрит, наш подписчик оказался. Да? Да, он такой, вот такой, я говорю, доездился. А машина будет эвакуирована? Конечно. У нас предстоянка. Это хорошая новость, но плохая для товарища вот пьяного водителя. Не ожидал. Олень ебаный, пиздец. Все, 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 все. Сука, я тебе сказал, нахуй. Я тебя предупреждаю, бля, я не дергай меня. Я тебя накормлю. Я тебя перцем ебаный. И тебя накормлю. Петух ебаный. Два шага ко мне ближе, чем на два шага перец распрямил в маске. Я тебя встречу, я тебя в жопу ебать буду без вазелина. Я тебя перцем накормлю, если бросишься, понял меня? Так что давай угомонись. Это первое, что тебя ждет. Где перец? Он хочет отведать. Где перец? Я тебе сказал, черт ебучий, нахуй. Ты заебешься, блядь, пыль хватать, нахуй. Я тебе отвечаю, нахуй. Все, успокойся. Давай, свет, а то аккумулятор. Что с тобой такое, а? Все ж было хорошо. Я тебе сказал. Мы с тобой увидимся. О, конечно, мы увидимся. Более это того, будет хуёвая я встреча. Думаю так, она будет такая отличная, что ты запомнишь на всю жизнь. Слышь, если ты получил, подожди, не надо держать, если ты получил юридическое образование, это нихуя не значит, понял а меня? А при чем здесь юридическое чёрт образование? Ебаный, послушай, ты еще что-нибудь не приплети тут. Давай подсветочку сделаю вот так запишу. Я буду писать на две камеры. Ты горизонт что сделай вот так. Вот у нас перец. Это для того, чтобы угомонить таких вот строптивых. Но он хотел попробовать, но слава богу, хочу в эту камеру скажу. Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам полиции, которые здесь все это дело все-таки реализовали и справедливость восторжествовала. Огромное спасибо за главное обеспечение безопасности нашей прежде всего. Потому что, ну, вы сами понимаете, как насколько он неадекватно себя ведет, он бы просто бросился, а мы бы его накормили перцем. Мы были к этому готовы, может быть, даже где-то в глубине души и хотели бы сделать это. Но вот сотрудники полиции, наверное, он должен все-таки больше им сказать спасибо. Так что до новых встреч, подписывайтесь на наш канал, в общем, ждите новых выпусков.